Що ж, друзі, ми продовжимо. В студії в нас вже перший гість. Це Василь Торубара, голова ради спортивно-технічного клубу підводних досліджень «Садко». Вітаю вас, Василь. Здравствуйте. Я знаю, що клуб «Садко», який об'єднує аквалангістів, є одним з найстаріших подібних клубів на території колишнього Радянського Союзу. Примерно так. Клуб був організован в 1963 году, состоялась первая экспедиция, тогда еще даже не было клуба, была просто небольшая группа энтузиастов. И вот из Киева как раз ехала небольшая экспедиция в Крым изучать подводную биологию, и они останавливались в Николаеве, просили Николаевскую секцию ДОСАВ подводного плавания, была тогда уже такая небольшая секция нашей ДОСАВ добровольного общества содействия армии, авиации и флота, помочь транспортировкой, помочь жителям. И люди, которые тогда ходили в эту секцию, увлеклись, поехали с этими ребятами в Крым. Это были наши первые три отцы-основателя фактически клуба. Михаил Коновалов, Фукс, Реттер и прочее. И вот как раз эти люди уже спустя год, продолжая заниматься в секции ДОСАВ, решили организовать самостоятельный клуб. Ну, он в какое-то время так и числился, как продолжение секции ДОСАВ, ну а потом уже ближе к 90-м выделился в отдельную неприбыльную организацию, общественную организацию, спортивно-технический клуб подводных исследований «Садко». Бути аквалангістом – це що? Як це можна ось розглядати з вашої точки зору? Це професія, це хобі, чи, можливо, це захоплення одразу, спробувавши яке, неможливо просто потім відірватися і забути? Для кожного це буде абсолютно своє, тому що по професії я інженер-еколог. Ну, это не мешает мне заниматься книгоизданием и руководить спортивно-техническим клубом аквалангистов. Для меня это был просто интерес профессиональный в некотором плане. Я уже рассказывал когда-то другим людям, что в другом интервью, что занимаясь научной работой по жизнеобеспечению подводных аппаратов, мне было интересно, что люди чувствуют под водой. Я пришел, так сложились обстоятельства, что я пришел в клуб. Пришел, отучился, сдал экзамены, мне понравилось, сходил в первую экспедицию свою и потом остался членом команды «Буревестника» и со временем стал председателем. Сколько благодаря вам вот уже людей смогли осуществить свою мечту и, собственно, опуститься, понырять, побывать? Ну, тут, наверное, надо исходить из немножко другого термина. Есть, так скажем, постоянный состав членов клуба, это команда «Буревестника», и это несколько там еще, то есть это, как правило, 20-30 человек. А есть как раз вот эти вот, мы их зовем все курсанты, они так проходят в судовой роли, на каждый выход составляется судовая роль, это наши курсанты. Вот. Насколько мне известно, Яна тоже ныряла, то в принципе Яну можно считать курсантом. Яну можно считать нашим курсантом. Вот как раз, ну, у нее пока первый маленький опыт, но я думаю, все продолжится. Все впереди. Вот таких курсантов с того момента, как я пришел в клуб, ну, уже было, наверное, порядка 150. Хотя вообще за все это время уже через клуб прошло так тысяч, наверное, 2-3 человек. Одно время мне было даже несколько смешно, почему. Я прихожу к своему научному руководителю в институте, говорю, вот, прошу отпуск, еду там нырять. Клуб «Садко», да, ну, передавай привет. А это я нырял в таком году. Иду к другому человеку, там общаемся, он клуб «Садко», да, и передавай привет. И я нырял в таком-то году. Потом я уже как издатель прихожу к человеку, говорю, будь моим партнером там, по издательским проектам, вот хочу книжку издать. Он смотрит, о, классно там. А я знаю, такой вот клуб занимался этим. Клуб занимался, я его председатель. Да, я нырял в таком году.
навчалася з Василем, працювала з ним під час зйомок програми TV Travel, тож це було фантастично, це емоції, які просто неможливо передати. Особливо ці всі тонкощі, там, продуватися, як подавати знаки. До речі, розкажіть про ці знаки. Є спеціальна мова у аквалангістів. Тобто під водою ти ж не можеш нічого сказати, а її ось придумали. Є система знаків. Ну, фактично, вас на перших заняттях навчаться как-то необходимому минимуму. А какие основные вот знаки, которые нужно знать? Основные, со мной все в порядке, у меня проблемы. Я хочу вверх, я хочу вниз. Вот как раз те же самые сибиряки в мою первую экспедицию 2006 года, я пошел с их председателем клуба под воду. Это было мое первое погружение. Вот мы погружаемся, та самая эйфория, подводный объект. Я вижу, ну, скажем так, фантастический пейзаж, ракушки, рапаны, рыбы, то есть какие-то громадные. То есть я в эйфории, я не могу понять, что происходит. И тут меня тормошит Костик, председатель того клуба, и показывает знак. Я говорю, да все нормально, пойдем, пойдем. А что это значит? А он потом, когда вышли, он спрашивал, тебе холодно? Я говорю, тебе холода вообще не слышу. Ничего. Так, дійсно, коли спілкувалася під час... До речі, жінки-аквалангістки – це взагалі окрема тема для розмови. Тому що здавалося, що це... Перше, коли одягаєш балони з киснем, це досить важко. Ну реально, коли моя вага 40 кілограм, а балони 25, то так хоп, і ти одразу розумієш, що важкувато. А жінки такі... Тяжке жінське доля. Просто з яким захопленням вони розповідали, просто одна, з якими познайомилися, вона працює лікарем, а інша – бухгалтером. І вони просто в ейфорії, і це дійсно... Просто что-то неимоверное в их жизни. А часто ли вот приходят девушки, женщины для того, чтобы попробовать? Достаточно редко, и, как правило, это обычно бывают наши подруги, жены и прочее. Хотя вот покойный капитан Владимир Туровский, который уже, собственно, небесную сменил, ушел от нас, он постоянно меня укорял, что вот за 11 лет, сколько я в клубе, моя жена ни разу не была на холодном буревестнике. А чему? Чему ваша дружина? Она сухопутный человек. Ну, как вы правильно сказали, как вот говорил Геродот, собственно. Да, да. Она предпочитает ждать меня на берегу. Скажите, я знаю, что Садко занимается не просто пірнанням под воду, а еще вы находите всякие цікаві артефакты. Что найбільш цікаве, значне вы нашли? За який час? Взагалі, за все, за весь час існування клубу або конкретно за ваш? Ну, за весь, скажем так, путь клуба, наверное, самая странная для нас всех находка. Ну, не странная, самая заинтересовавшая всех, это была Костя Слономамонт. А на где? Мужскому дні? Да. Дошли? Да, причем дошли абсолютно случайно, просто тоже тралили, искали абсолютно другой объект, и было уже достаточно поздно. За что-то зацепились, люди нырнули, вынырнули на перцовые кости. Но это в Николаевской области было? Это все у нас здесь, в Днепробузском лимане. И самое обидное, что не смогли точно записать тогда координаты, то есть в те годы с навигацией было еще проблематично, то есть как взяли примерно, сейчас мы эту точку найти не можем. А вытащили тогда пару костей, отдали их в музей, все, а там лежал полный скелет. Ничего себе, круто, да? Да. Я просто не могу представить, как оказалось мамонт на дне моря. Ну, как. Это загадка. Так же само, как те самые пирамиды, которые в Ягорлыцком заливе. То есть все когда-то было сушей, море было совсем не там. Да, собственно, цикало, вот, кстати, цикало можно цикало тоже вас об этом поговорить, о пирамидах непосредственно, что в действительности в Николаевской области на дне... Море є наша собственна легенда. Так, існує така легенда у різних можна знайти джерелах, що десь на території під Ягорлицьким заливом затокою знаходяться якісь піраміди. От я тільки чула таку інформацію. Є така легенда, місцеві археологи її давно знають. І періодично к нам приходило. Вот так, давайте снарядим экспедицию, ну пока вот это все осталось на уровне, да, а давайте. Ну я думаю, что Бог даст, все будет, и поныряем, посмотрим, что там за пирамиды. А Ольвия, говорят, что большинство... Ольвия, вот... большая часть, вот то, что часть мы видим на берегу, это малая часть того, что есть под водой. Но Ольвия курируется, собственно, нашим Киевским институтом подводной археологии, и вообще все, что находится под водой, является достоянием государства, поэтому теоретически и практически мы уже не имеем права даже что-либо поднимать. Угу. Ну, как раз вот благодаря репутации клуба,
хотя были всякие инциденты, когда нас обвиняли в том, что мы черные дайверы и прочее, но опять же, как это, время все расставляет по своим местам. То есть, и вот Вольвию занимается Киевский институт, хотя клуб тоже пару раз принимал участие в исследовании и в Львийской части, и в Березане. На Березане громаднейшее амфорное поле, где, ну, это амфора, которая по тем меркам не имели никакого исторического значения культурного, и сейчас, в принципе, их берут просто потому, что это пыль веков. То есть все-таки в очередной раз есть доказательство того, что Николаев богата на находки область. Да, да. В принципе, тут можно найти все, что угодно. Главное, было бы желание, была бы возможность. Что нужно сделать для того, чтобы такую вот работу или такое хобби обрести? Как вот чтобы стать аквалангистом? Может, кто-то на зараз дивится? А тут зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите просто стать аквалангистом, вам достаточно, опять же, купить все снаряжение, пройти курсы, получить сертификат международного уровня, если вы будете на ряде где-нибудь в Турции и прочее. Если здесь, то как бы это личное дело. Если вы хотите заниматься вот действительно исследовательской работой, вы можете пойти в ВКонтакте в группу Клуб Садко, потому что сайт клубный сейчас не работает. И написать мне, написать боцману Коку, кому-нибудь из нас, что... Это так звучит, знаешь? Возьмите! Иншим, Коку, капитану. Ну, капитан, по-моему, у нас сейчас не появляется в сети. Ну, в принципе, кому-то из нас написать, возьмите в команду. И, пожалуйста. То есть, клуб... Вот те экспедиции – это только вершина айсберга. На самом деле это кропотливая работа постоянно, каждый день. Вот сейчас как раз зимой нам постоянно не хватает рабочих рук, потому что каждый год корабль надо чистить, драить, красить. Это все деньги, это все время, это все расходы. И вот листая архивы клуба, клуб прожил 5 лет, юбилей 10, 15, то есть все даты. Читаешь эти стенгазеты, там всегда хотелось бы, чтобы людей было побольше не только в экспедициях, но, собственно, и... Это работа, яку треба робити, власне, цілий рік. Ну, это, во-первых, это кропотливая работа, которая требует времени и, собственно, рабочих рук. Ну, и, во-вторых, это очень большие расходы, потому что вот, чтобы покрасить буревестник, надо 6 ведер краски. Одно ведро краски – это 12 тысяч. А перед тем, как покрасить, его надо еще очистить от ржавчины. Это еще. Тобто, народ, якщо ви зараз нас дивитесь, ви маєте змогу допомогти нашому клубу Садко. Тільки що згадали про пірнання і роботу взимку. Скажіть, а взимку можна пірнати? Ну, як правило, в сухому костюмі ті ж та мечі, вони погружаються. Тобто є вологі костюми, так. Є сухі костюми. Є. От вологі, я вже знаю, що це таке, да. Коли отак от холодна водичка. Я просто думаю, це залежить від того, де костюм знаходиться. Якщо він в воді, він мокрий. Практически. Есть еще первый комплект, это просто ваши ласты, маска, трубка. Ну и, как правило, еще техника безопасности требует наличия ножа. Как говорил Кусто, изобретший акваланг, и даже если он 250 вам раз не понадобится, но когда вы один раз погрузитесь без него, он вам понадобится, вы очень об этом пожалеете. Это так называемый первый комплект. Второй комплект или легкое мокрое снаряжение. Добавляется гидрокостюм, добавляется груза, чтобы уравновесить выталкивающую силу гидрокостюма. Так, я знаю, что такое груза, но мы на целом прекрасно. Ты купила, честно. Добавляются баллоны, собственно, к нему. В принципе, все. Ну, уже потом пошли... понты для приезжих, это БДС, BCD, система подъема автоматическая, которая питается от баллонов, то есть вы можете, регулируя давление в ней, либо автоматически всплывать, либо автоматически погружаться. Ну, наши старожилы к ней всегда относились скептически, почему в ней хорошо наслаждаться окружающим миром, работать, что-то делать в ней, конечно. Ну вот она стоит там $300-400. Ви где-то її порізали, все, ви вибросили $400. Ну, взагалі спорядження для аквалангістів, воно не дешеве. Тому що має все бути якісно, адже
В ценах 2010 года снарядить одного человека было 1500 долларов. Сейчас 1500 долларов это только цены за баллоны, а дальше все выше и выше. Послед, ще запитання. Хто може пірнати? Якась є віковий ценз чи, можливо, по вазі? Віковий ценз, ви должны помнить историю, которую рассказывал капитан, когда у нас был выход, в котором было достаточно много детей и курсантов, и наших как бы, там, знакомых и прочих. И вот мальчик 12 лет, ему там, вес даже меньше, чем баллоны. Ну и капитан говорит, вот выдержишь баллон, пойдешь под воду. И вот он, на него этот баллон надели, он вот так вот вжался в леера. И говорит, я держу, я пойду туда. Поэтому возраст, в общем-то, в данном случае особой роли не играет. А главное, это все-таки медицинские предрасположенности. То есть у вас должно быть все в порядке с сердцем, с легкими. Не должно быть отитов, гайморитов и прочих вещей. Ну, даже вот у меня врачи мне очень долго писали, что у меня хронический гайморит, хронический отит. Тем не менее. Друзі, нагадую, що сьогодні у нас тут був чудова людина. Це Василь Тарубара, голова Ради спортивно-технічного клубу підводних досліджень Садко. Василь, дякую вам величезно. Я сподіваюся, що наступного сезону, якщо можна так сказати, то ми обов'язково з вами ще поїдемо відкривати піраміди. А ти як вважаєш? Ти надієшся? Я уверен, що ми це зробимо. Буду рад бачити вас обоих. Дякую. Що ж, друзі, а ми продовжимо далі.